На главу Министерства природных ресурсов Забайкальского края Сергея Немкова заведут административное дело. Он отказался отвечать на официальные запросы от СМИ. Копия соответствующего документа находится в распоряжении редакции «Запру». В июле этого года сотрудники телеканала «ЗапТВ» отправили запрос в Министерство природных ресурсов края. Однако глава этого ведомства отказался отвечать на него. Сперва он потребовал предоставить данные о наименовании средства массовой информации и номер действующей лицензии. В прокуратуре Забайкальского края журналистам сообщили, что такой отказ в предоставлении информации – это нарушение законодательства. Ведомстве подготавливают постановление о возбуждении дела об административном нарушении.